Четыре центнера бронзы русскому хоккею. На площади перед Ледовым дворцом открыли монумент самой народной игре. В скульптурной композиции отображен игровой момент из настоящего матча хоккея с мячом. Перехват в шпагате от именитого ульяновского хоккеиста Анатолия Рушкина. По мнению болельщиков, инициаторов и создателей памятника, момент отображает всю страсть игры с клюшкой. Русский хоккей был первоначальник всех видов спорта. От него начинались все другие виды, так же, как в Ульяновске особенно. И шайба поднималась, играли когда там и Бобровы, и Бесковы, и Трофимовы, все играли. Я спрошу вас любого, вы все же катались на коньках и играли в мяч. Поэтому без него нам не жить, он будет процветать. Хоккей с мячом процветает на ульяновской земле уже почти 100 лет. Сегодня народной игрой горят больше 1500 ульяновцев. Это любители, ветераны и профессиональные хоккеисты, в том числе подрастающее поколение игроков. И их больше 500 человек. Для их становления в регионе создаются все условия. Открывая сегодня памятник русскому хоккею, мы увековечиваем достижения регионального спорта. Отдаем дань уважения нашим прославленным хоккеистам и командам. Верю, что с таким вниманием, бережным отношением к спорту, все больше и больше мальчишек и девчонок будут приходить в спортивные секции, дворцы спорта, спортивные клубы. Вместе с новым монументом регион обрел традицию. В конце церемонии открытия гостям было предложено сделать мяч на скульптуре золотым. А для этого нужно просто тереть его каждый раз на удачу и спортивные успехи.